Прививочные пункты тюменцы теперь могут найти с помощью сервисов Google и Яндекс.Карты. Для этого достаточно ввести в поиске ключевые слова. Всего отмечены 6000 точек по всей России. В каждой карточке каждого пункта содержится точный адрес, телефон, сайт и часы работы. Это совместный проект Минздрава и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В разработке принимали участие и специалисты Центра управления регионом в Тюменской области. Приложение уже оценили местные жители. Горожане прививаются как целыми семьями, так и трудовыми коллективами. Что чувствует человек после прививки? Так скажу, ничего сверхъестественного. Небольшое повышение температуры, легкая слабость и забота о ближних. Я сделала шаг к тому, чтобы противостоять этому страшному вирусу. Мне кажется, это долг каждого человека.